Подключение абонентов к магистральному газопроводу – одна из основных проблем мегаполиса. Многие жители частного сектора до сих пор отапливают свои дома углем. На сегодня подвод магистральных газовых сетей к потребителям практически завершен. Однако подключение жителей к этим сетям идет не так активно, как хотелось бы. Причина стоимости. Цена подключения 300 тысяч тенге, а с учетом, что надо купить котел, оплатить работу по наладке, эта сумма достигает 450 тысяч тенге, что не по карману каждому жителю. Наиболее остро эта проблема стоит в Алатауском районе. Здесь к газу не могут подключиться почти 70% жителей. В акимате района сообщили, что большая часть населения – многодетные и малоимущие семьи. Средств на единовременную оплату у них нет. Владельцы дома, которые действительно по материально, по социальному положению, действительно, они финансовые трудности у них имеются. В связи с этим вот подключение на газовую систему очень как-то медленно идет. На сегодняшний день вот из тех микрорайонов, из 10, скажем, по населению, если по строению, если по домам считать, 30% только подключились. Курбанкуляпа почти всю зиму не отходила от печки. В сильные морозы топить приходилось круглосуточно. Силы уже не те. Тяжело целыми днями уголь носить, сетует пенсионерка. Мы уже 10 лет здесь живем. В этом году почти все соседи газ провели. А мы вот все дымим углем. Сын после аварии работать не может. У снохи зарплата небольшая, только на продукты и тратим. А на что газ проводить? Вот если бы в кредит подключили, так бы нам и платить легче было. Сегодня аким мегаполиса Ахмеджан Исимов сообщил, что в будущем плату за подключение к газовым сетям абоненты смогут вносить в рассрочку. Более того, для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. Мной поручено соответствующим службам совместно с Казтрангаз Алматы определить механизм предоставления рассрочки оплаты населением тарифа на подключение к газовым сетям. При этом участники Великой Отечественной войны освобождаются полностью. Население с низкими доходами на 50%. Таким образом, голубым топливом к концу 2014 года начнут пользоваться более 80% алатаусцев. Это поможет жителям в быту и значительно улучшит экологическую обстановку мегаполиса. Шаната Айтенова, Альфараби Гусенцов, телеканал Алматы.